Жили-были три брата. Два еще ничего, а третий Иван дурак. Что не сделает, все не так. Гляньте-ка, Ваня и козу-то не пасет, а плясать учит. Видишь, она стройная стала, чисто балерина. Жили братья, не тужили, да деньги в дому кончились. Вот братья решили козу продать. Чего с нее толку-то? Ни молока, ни мяса. Иван! И послали дурака на ярмарку. Жалко Ване козу, да что поделаешь? Вот идет он лесом и слышит, скрипит что-то. А это елка старая. Ветер как подует, она и заскрипит. «По что елка скрипит?» — думает дурак. «Уж не торгует ли мою козу?» «Ну уж, коли хочешь покупать, так покупай. Я не прочь продать. Коза 200 рублев стоит. Меньше никак нельзя. Вынай-ка деньги». А елка все скрипит, а дураку кажется, что она отсрочки просит. «Ладно, подожду до завтра». Привязал козу к елке, распрощался и пошел домой. «Ну что, продал козу?» «Продал». «За дорого?» «За... ой, 200 рублев». «Да ну, деньги-то покажешь?» «Еще не получал, сказано, завтра приходить». «Эх ты, простота, а кому продал-то?» «Елки в лесу, а что?» «Дурак ты, дурак, оно уже дерево». «Батик-то не обучено». А в той елке дупло было, а в том дупле-то разбойники золото прятали. «Где же это слыхано дереву козу торговать? Да оно сроду денег не имеет! Вот что, дурак! Иди обратно и без козы не возвращайся!» «Эй, елка! Ты или деньги, или козу назад давай! Я до завтра его ждать не могу!» «Ну ты будешь меня завтраками подчивать, то с тебя вовсе не получишь! Я шутить не люблю!» «Ну вот, совсем другое дело. А то завтра, завтра!» «Где ж ты, дурак, столько золота добыл?» «Елка за козу отдала». «Да ну, тогда давай делиться, мы же братья. По-братски поделим». Хорошо разделили, по-честному. Ивану, как он дурак, достался целый пятак. А он и доволен, и того сроду не было. С этим пятаком отправили братья Ивана в город на заработки. Нечего дома-то безделить. Нанял его в работники один барин. «Вот что, Иван, тверь не бросай, стереги, чтобы фор не залез!» «И собачку мою покорми хорошенько, да гляди за ней, ворон не считай!» «Ну что, поди жрать хочешь?» «Сейчас!» «Одна, две, три, и почему их считать нельзя? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13...» «О, еще и дверь стеречь надо. А это куда девалась? Моська! Моська! Сбежал, что ли?» «Да, ну я ввязался. Два тела за раз. Дверь не бросай, собачку корми, ворон не считай». И пошел Иванушка собачку искать. Опять в лес пришел. Моська! Вдруг видит яма, Моська! А в яме медведь. «Здравствуй, Миша!» «Здорово, Иван!» «Ты что тут делаешь?» «Чего-чего? Видишь, в яму упал. Вытащи меня, Ваня, а я тебе службу сослужу». Нагнул Иван елочку молодую да упругую прямо в яму. «Отпускай». «А ты что с дверью в лесу делаешь?» Рассказал ему Иванушка, что с ним случилось. «Экай ты дурачок! Вот я тебя за это съем! Не бойся, шучу! Вот что! Служи, коли обещал! Ты тут дверь постереги, а я пойду собачку искать, не то барыня мне задаст!» «Мой!
Моська! О, и я с тобой. Моська! 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 Ну и глупый же ты, Иван. А ты умный? Я-то? Ну да. Не знаю. Я не знаю. А ты злой? Нет, а зачем? А по мне, кто зол, тот и глуп. Вот я тоже не злой. Стало быть, оба мы с тобой не дураки будем. Ишь ты, как вывел-то. Ой, что ж ты. Не твоя ли? Не знаю, кто их маленьких разберет. Надо спросить. Моя вроде есть хотела. Хочешь есть? Ну, значит, это и есть моя. Теперь я понесу ее в город, а ты, Миша, тащи-ка дверь. А то у меня, видишь, руки-то заняты. А хозяева скучают по собачке. А дверь куда девал? Сейчас! Вот она! Ну ты, Вань, бывай. Я назад в лес пойду. Шумно тут, не люблю я. Если надо что, зови. Хозяева рады, что все обошлось. Но Ване от места отказали. Мы сердиться на Иван. И ты, дурак, откуда пришел? Эх, жизнь не удалась. И что теперь делать? А тут вдруг генерал. Царский указ! Кто царевну рассмешит, тому кафтан весь золотом расшит, и полцарства к тому же, и быть ему царевной мужем! Вот случай подходящий. Пятачок-то и пригодился. Купил Иван новую балалайку и пошел во дворец царевну смешить. А там очередища, женихов штук тысяча, всех мастей, всех областей. Коза, ты чья? А Ваня в очереди стоит, сплетни слушает. Зовут ее Ирина, толста как перина. Она у них красавица, так ревет, что собаки лаются и лошади берегаются. Ой, да, царевна столько наревела, что весь дворец плесень одолела. Вань! А ты зачем здесь? Тут глянь, какие люди! Банкиры да министры да звезды столичные. Все люди приличные. Не тебе чета! И куда тебе, простофили, с балалайкой-то? С уконным рылом, да в калашныре! Ух ты! Здорово, Ваня. А, Мишка, здравствуй. Не узнал, богатым будешь. О, по лесу шастал. Твоя, что ли? Ой! Ты ж моя родненькая, нашлась! Ты прости, что продал тебя! Ой, спасибо, Мишенька! Ура! Жива! Пошли все вон! Что за шум? Кто такой? Я-то Иван Дурак! Вот дурак! Сам себя дураком обзывает! А чего плачешь, да с козой целуешься? Да вот тут штука какая приключилась. И стал я Ивана рассказывать про свое житье. Говорят, что царевну зовут Ирина.
Да. И толстая Ирина, как перина. О, что? Да я и есть царевна. Ты? Не, врешь ты. Вон она какая веселая. А так говорят, кислая, как квашеная капуста. А я говорю, я она и есть. Вань, глянь, точно она. Ой, царь, простите, ваше величество, это я случайно не знал. Ой, как худо вышло-то. Папа, он смешной, за него хочу. Не вели казнить. Какой казнить? Жениться? Да куда мне? Не перечить государю. Горько! Тут и свадьба. И я на том перу был, мед пиво пил, по усам текло, да в рот не попал. Царевна уж больше не плакала, а чуть ей взгрустнется, Ваня на балалайке подринчит, дорожу смешну скорчит, и опять порядок. Так что сидит наш Ваня во дворце при важном прилице. Как в воскресенье царь на дачу уезжает, он его корону надевает и государством управляет.